Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. И я продолжаю знакомить вас с площадками фестиваля «Путешествие в Рождество». И вот сегодня я как раз на одной из площадок, которая находится не в центре, а по округам. И сегодня я в Кузьминках. Здесь вот такая вот площадка и каток. И должна вам сказать, что здесь мне удалось побывать на мастер-классе, который проводится для детей аниматорами, и где можно сделать новогоднюю открытку Деду Морозу или просто поздравительную. Так уж получилось, что меня сюда заманили девочки-аниматоры, чему я была очень рада, я согрелась. Мы с ними очень мило поболтали и сделали открытку. И давайте я вам сейчас все подробненько покажу. Давайте погуляем здесь, по ярмарке, на площади героев в Кузьминках. А что у вас? Сейчас зайду. Спасибо.
Ну и что? Здрасте. Что это? А, письмо, письмо. Ой, это интересно у вас. Это весь день никого нет у вас. Слушайте, у нас вот пока никого нет, видимо, всем очень холодно. Да, видимо, да. Обычно есть, а сегодня что-то. Можете вещи поставить на стульчик. Сейчас, подождите. А что у вас тут можно делать? Смотрите, мы сейчас, сейчас. Да, мы делаем такие вот. Я рука просто замерзла, ага. Ну вот, новогодние открытки, пишем «Сегодня в морозе». Или можете кому-нибудь просто так по приколу написать. И туда надо опустить. А, ну вы можете забрать с собой и подарить кому-то, да, например. Или... А в чем фишка? А фишка просто в рукоделии, в творчестве. Ага, я даже сама ее слепить еще. Да, мы вам покажем так. Ну, давайте. Давайте. Раз вам надо, значит надо. Да. Ну, а вдруг вам понравится? Сейчас. Вдруг вы удовольствие получите? Удовольствие? Да. Вряд ли. Почему? Такой холод, я удовольствие получу. Так, ну, так у нас потеплее, как раз погрейтесь. У нас обычно все взрослые. Сейчас все приходят. Смотрите, да, вот вы уже взяли картоночку, хорошо. Теперь что мы делаем? Мы будем елочку приклеивать. Можете взять любую. Ну, тут уже вырезанные. Давайте надо вырезать еще. Давайте мы вам посложнее, чтобы вы вырезали сами. Давайте. Смотрите, какого цвета. А, вот, кстати, это... А, знаете, у нас мне вот золотую есть... выдали? Да. Тогда давайте. Есть бархатные, кстати говоря. Ага. Бархатные красивые. Так, бархатные. А, ну да, вот давайте это, лучше вот это. Все, берите ножки, выстригайте. Это здорово, надо вас там как-то заснимать, нет? Да нет. Вот это, 300 лет я этим. 300 лет я этим не занималась. Вот, классно. Действительно. Вы же знаете, как с другой стороны? Почему? Здесь же, ну, прям как удобно. Ой, боже мой. Вот жива. Так, ладно, раз. Что так, так целый день вот так вот и никого, это же неинтересно. Нет, ну может потом подойдут, потому когда что еще, подойдут? Еще время такое, что сейчас рабочее. В школе, да, многие, в школе, в садике. Ну здесь, наверное, чисто кто здесь живет, конечно, да? Да, потому что эти же городки, они же в каждом районе же много. Так, так теперь чудненько. Мы будем приклеивать. Чудненько, а, она самоклеющаяся. А, это, кстати, нет, это не самоклеющаяся. Вот, держите вам скотч, вырезайте, отрезайте две. Один вот сюда приклеить, квадратик. А один сюда наверх. Квадратик, ну, понятно. Он двойной, да? Он, да, потом нужно будет верхний слой клеить. Тут ее напополам стоит. Так. Оп. Уже можно клеить, а да. Потом верх снять, да? Да. Так. Так, стоп. Так. Вот, а теперь... Она работала у нас. Интересно, как давно не делали? 300 лет тому назад. Так, все? Так. Да, приклеивайте. Они одинаковые, да? Так. Учитывая, что я вся замерзшая, не знаю, сколько это будет ровно. Ну, допустим. Еще что надо прилепить? Так, сейчас расскажем. Теперь с другой стороны переворачивайте открытку. Ага. Вот, мы будем с вами такой вот подарочек делать. Вы выбирайте, какого цвета вы хотите тут разные. Если посмотрите, даже с машинками есть, вдруг вам хочется с машинкой. Да, у меня с машинкой. Надо обязательно мальчику. А где зелененькая есть, если я начала делать зелененькие? А вы переверните, там они... Ага. Вот машинка. А, вот машинка. Как раз зелененькая. Так, сейчас мы вам веревочку отрежем. Боже мой. А, подарок, подождите. Просто вокруг. По цвету, что, конечно, лучше подходит такой. Ну, да. Я такого... Нет, он совсем сливается, машинка не надо. Тут уже включились мои эстетические склонности. Нет, он совсем сливается. Давайте вот так. Все, подарок. Все, серебристый. Выбрала серебристый. Вот, держите вам веревочку. Ой, что не упало. Вот, так. Просто вокруг узелок и бантик. А, потом приклеивать, да? Да. Это же надо. А вот два раза не поворачиваемся. Один раз? Да, а можно один. А здесь один. Нет. Да? Просто, знаете, наполовину сделайте веревочку, положите. Вдвойне, что ли? Покажи? Да, нет. Вдвойне? Вот я тут просто как-то вижу. Не смотрите, да, это не сильно важно. Это конечный этап. Да. Мы на половинку. И потом вот сюда вот пойдем. А, поняла. Да. И потом бы уже сверху. Конечный этап. Но сверху не здесь, а вот здесь. И сколько надо в день набрать? Человек? Да. Ну, нам вообще нужно просто, чтобы каждый час кто-то был. Я вас выручила? Да, мы очень рады. Да. Пришли, да. Вот так, да, вверху? Вверху? Да. Да. Я думаю, здесь это узел завязала, да? На один узел надо? Да, там можно как-то... Вот, как я пальцы еще не отморозила, не от этого. Не отошли.
А, они меня еще замазывают. Помочь, может быть? Нет, лучше бы это. Лучше бы потеплее было. Ну, да. А вы здесь и зимой, и летом сидите, или только на Новый год? Ну, смотрите, это фестиваль «Московские сезоны», у них ну, да. каждое время а, года у них, да, каждое время года. Ну, вообще, да, там другие времена года здесь тоже какие-то. Перевернулся, ну ладно, так. Вот, а теперь будем приклеивать. Опять так? Чуть-чуть вот так вот завернем вниз. Давай. Красиво. Да, и как-то не наоборот замотались. Это нормально, мы да? тоже всегда так делаем. Сначала завязываем. А тоже надо на двойной скотч или нет? Это уже на что-то другое. Ну да, на такой, на двойной, только на тоненький. Писать тоже надо что-то? Ну, конечно. Потом куда ее девать? Ну, вы можете кому-то. Вы хотите там мальчику, да? Мальчику. Ну, напишите мне пожелание и подарите. А я уже отрезала. Вот уже есть все. Мне кажется, он у вас больше, чем подарок. А мы его вот так вот по диагонали сейчас приклеим. Да, сейчас я это верну. Чтобы у нас вместе... Ой, боже, вот что-то накапано. Или она такая была? А, нет, это тут бусинки приклеим. Видите, другая немножко, другая немножко. Вот, и теперь отклеиваете верхний золотой. Специально не дают, чтобы я так не занималась. Так, так а этот бантик, что-то мне кажется... Переверните обратно. Я вам испортила бантик. Так, ну, на нем вниз мне уже не перевернулся. Ладно, как клеит, так клеит. Так. Ага. Ну. Вот. Так, потом же можно усики поправить же. Да. Как удобно. Так. Дальше что делать? Ну, теперь, собственно, открывайте. Так. Вот у вас фломастер. Ну, смотрите, боже мой. Сколько цветов. Можете нарисовать что-нибудь. Нарисовать. Нет, мне фантазия нарисовать не работает. Можете приклеить даже что-то вот сюда. Это что? Там вот различные веревки всякие. Куда приклеить? Сюда? Берете клей-карандаш. Ну, давайте, клей-карандаш. Да, кстати. И как удобно, как угодно. А смотрите. У вас пифоня до мороза не пишут, что ли? Нет, ну, вы можете писать. Просто не факт, что мы его сможем... Нет, а вот это, куда? Это Деду... Есть, ага. Как Деду Мороз? Нет, да. Я просто думаю, вот если я ребенок, я вот нарисовала. Мне надо куда-то это все деть? Ну, обычно они с собой забирают, да? Да, да. Письмо забирают мама. Ну, а письмо же куда-то надо опускать? Мама. Да, а мама под елку положит. А, то есть Деда Мороза нет? Она, ну, она отправляет как бы Деда Мороза, да. Что значит по-моему? Нет, почему? Ну, она же ездит, вот я в этом детском мире есть ящики такие. Да, но на самом деле на некоторых площадках, вот в этих вот шале стоят ящики. Вот, вот, я потому и спрашиваю. У нас почему-то его нет, этого ящика. Я потому и знаю, где-то они есть, да. Да, я видела на других площадках, я когда все было, что была, и где-то есть ящики. Есть точки какие-то, да, точки есть. Смотрите, еще тут есть такие вот, можно елочку такую приклеить, куда-нибудь маленькую, если хотите. Сердечко есть какое-то вот, это не мое. Интересуют вас такие вот ёлочки? Такие ёлочки, они же у меня золотистые уже. Да, я просто, ну как, если вот так... Нет, это уже перебор, наверное, да? Или как? Да, это просто... Ну да. Можно с серединой? С серединой, все да. Ну, если хотите, то вот. Так. Оп. Так, ну давайте, ладно, это как будто бы я тоже поклеила. Так, все. Достаточно. Достаточно. Ёлочку давайте. Давайте ёлочку наверх и напишем. Так, а тут у вас дырочка, это ничего? Нет, ничего. Можете её проигнорировать. Я думала, одна клей, нет, на скотч? Чтобы был 3D-эффект. А, 3D-эффект, понятно. Так, ну, тоненький, маленький, маленький, тоненький. Все отлично. Так, ой. Красота, я тоже так думаю, да. Вам бы тут еще чай, кофе бы подавали бы еще, вообще было бы тут да, отбоя бы не было. Мы сами сидим, у нас раньше хоть кулер работал, он сегодня сама за кулер. Так, может, в таком холоде, это здесь просто же ужас. Да. Ну, так, у нас тут там сердечко и елка. И сердечко. Так, все. Отлично. Приступайте так, к описанию. Так, к написанию, да? Тут у вас же это, темный фон какой-то. А, я пишу просто с Новым годом, без адреса. Без адреса. Можно понять. Не без адреса. Так, это оранжевый. А, зелененький у меня, елка здесь зелененькая. А, зелененький не напишем. А может быть у вас светло-зелененький. Ну и фиг с ним. Так. Ой. Замерзшей рукой она написала. Надо еще. Надо же еще придумать, что написать, да? Когда-то. Нет, у вас... Не пишет? Ну, пишет как бы. Как бы. Можно другой взять из другого комплекта. Все,
Один плюс, я согрелась. Вот, видите, как хорошо. А это уже не видно. Ну, все. Все. Вот, красота. А красотущая. Фотографироваться будем? Конечно, опять в конце? Давайте. Yes, yes. Так, Женя, ты к нам придешь? Все, надо открыть, закрыть. Пока так, вот так, вот с елочкой. Давай, давай. Мы вместе тогда сейчас селфи сразу сделаем. Так. Ну и давайте на разворот. Куда это все пойдет? Просто никуда. Просто да? Чтобы... Отчет? Да. Вас в конце дня проверяют, что ли? У нас каждый час мы должны... А если никого нет, то что будет? Нужно, чтобы было. А если нету? Не может такого быть. А где мы будем? На улице хватаете? Да, да, да. Меня схватит. Как вас, именно так, да. Все? Все. Вы можете... А, конвертик сейчас мы вам дадим. Конвертик. Боже мой, сколько подарков-то, господи. Надо сказать, что вы молодцы. Просто так высокущие, правда. Спасибо вам. Детям, наверное, будет интересно. Да. Они вообще, да, они да, да, понятное дело, что да. Сейчас тут очень холодно, вам не повезло с погодой это просто да. Очень. Ничего, скоро закончится. Ну, еще два дня. Посмотрите, какой потолок посмотрите. Потолок у вас шикарный, да, шикарный, шикарный. Это лыжица и блядь. Меня? Не надо. Где, на потолке? На потолке. На потолке. Что это? Это будем сказать. Классно, классно. Сейчас я сопротивляюсь. Потемнело уже. Все, сейчас да, буду блестеть. Да. Блестеть сейчас все будет. А 5 часов будет мороз, а снегурочки приходят. Еще они тут делают, если никого нет. А, ну они вообще на полу ходят. То есть они здесь просто. А, 5 часов, а сейчас сколько? Сейчас еще 4. 4 нет еще. Зайти, что ли, в мираж, потом прийти с Дедом Морозом. А просто ходят, да? Просто ходят, да, они как бы фотографируются с людьми. Да, все, я сегодня не знаю, что они будут делать. То есть по ярмарке ходят, да? Да, да, здесь. Или вот там, за ярмаркой. На нет, здесь, на территории этого, да. Отлично, хорошо, спасибо. Спасибо. Нет, я пойду в мираж. Пойду в мираж. Пойду в Ривгош. Да, спасибо. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам за золотые штуки ботинки. Так, что снять все. А, потолок же еще. Потолок. А тут где у вас этот грязный ботинок? Ага, ага. Несколько раз говорю, смотри, сейчас уже будет. Смотрите, у вас мои ботинки первые. Да. Да, вообще у вас тут интересно, тепло. Относительно. А у вас вот эти все точки тоже работают? Ну вот у вас там вот какой-то, вот там рыночек. Ну, вот и все на сегодня. Вот такая получилась сегодня прогулка, участие в мастер-классе. Я всем вам благодарна за просмотр этого видео. Всех вас жду на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого доброго, самого хорошего. Хорошего вам предновогоднего настроения и, конечно же, здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья вам и вашим близким. Берегите друг друга с наступающим вас праздником. До встречи. Пока-пока.